Надо было кроссовки одеть, да? Задняя нога горела. Да, у тебя другое дело. Еще разок.
хотел сверху накинуть и так сфоткаться в кроссовке. Илья, одень куртку. Давай в куртке еще попробуй. Стой! 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 А. Стой! Одень сейчас куртку, Яна, Яна! Куртку одень просто куртку, у тебя будет новый лук. Да, или юбку. Да не, юбка не пойдет здесь вообще. Пойдет, на штаны она пойдет. А, тапочки. Готово? Туда. Стой к стене поближе. Еще, еще, еще. А сейчас ты что делаешь? То же самое. Можешь он на забор ногу поставить, если хочешь. Что ты ко мне спиной-то? А? Обычно, да? Ладно, нет, давай не будем.
Можете вот так вот и отдануть. Или уже так делать? Да-да-да. Яна, давай. Яна. Это бонус ударил. Вот это у вас не отхватило. Да. Я тоже. Какие-то вы... Вы можете на мостике встать. Да, вот там. А давай вот смотри, мы встанем на мостик, и там прогнемся с вами. Вот так. Нам подползти близко. А может? А ты иди сюда по центру. Там нет. Одна прогибается, а другая с ней. Все, иссякли, сдулись. Яна Доронина. Еще шаг. Садись на пол. Да. Пересядь уже, не замирай. Слышно, что ходик тёплый, значит, можно дальше. Давай. Опираешься на спину, на руку, не без опоры, да. Что ты тебя перекривил? Иди прямо, Асанку лови. Да, и подбородок наверх. Подбородок, да. Тянешь пока вперед на миру, и вот так вот наклонись вот так вот ножки. И на локти. Раз, на локти. Ами. Вау. У Ксюши к тебе вопрос. Можешь ли, она тебе хочет отправить видос со своими тренировками, с марафоном. Можешь ли ты опубликовать его в телеграм-канале? Могу. Ногу не сгибай так сильно, да. Яна,
нижнюю, нижнюю ногу выпрями. Вот, типа как, да. Ладно. На руку не опирайся. Ну не Амир, потом хорошо. Хорошо, да, все, отползай, молодец, пятерка.